Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики! С вами снова мы, Гидеон Демонократ и Алекс Джет. Да. В этот раз у нас наконец получится, наверное. Наверное. Может быть. Если случится волшебство. Нет, чудо. Чудо? Чудо вон у нас, специалист по чудесам. Он чудо делает, ты делаешь вот волшебство. Вот он, смотрите, сейчас делает, он делает чудо. Мы все делаем чудо. В принципе, нормально. Я думаю, это поможет нам убить. Подожди, надо кольцо. Я хочу быстрее, чтобы ты слился, чтобы уже второй раз бежать. Я тебя ненавижу. Ты ведь знаешь, да? Знаешь, да, что я тебя ненавижу. Блин, мне какое-нибудь кольцо надо взять. Ладно. Какое-нибудь... О, точно, кстати. Стоп, на кольцо! Вы не сменили, да? А зачем? Да, действительно. Мы же сейчас все равно умрем, и все равно снова одевать. Фигня. Кольца, счастье. Кольца какие-то там. Увеличивает максимальное здоровье. Вот это возьму и все, и просто затащу. Все, идем, да? Идем? Идем? Сейчас раз врачусь, пишем. Погнали! Я фука полчаса. Нет! Нет! Козел меня тут же бьет. Почему жизнь такая жестокая? Давай. Смотри, какой ты крутой, а, да? Давай еще раз. Отлично. Давай. Давай, удели его. А, не такой крутой, а? Блин, мне нравился, когда босс был всего один. Да, спокойно. Что спокойно? Вы так говорите, как будто сейчас на меня метеорит упадет. И будете долго смеяться потом после этого. Я буду смеяться, что ли? Да. Ты будешь смеяться. Так, один есть. Ну, вниз, ребятушки. О, боже мой. Вниз. Лечитесь. Никогда? Лечитесь. Зачем? Надо хардкорчик. Все нормально. Какой хардкорчик? Спидран. Лечитесь. Там сзади еще один у вас. За спиной. Он, кстати, кидается каким-то дерьмом. Я знаю. Лечись, блин. Да подожди ты. Черт. Меня сейчас... Это вот дрянь. Твари. Как же я их ненавижу. Фу, я думал, третий еще пришел. Ты молнией шель промазал? Четвертый. А, нет. И пятый. Давайте уже. Шестой. Добивать его. Убегайте оттуда, убегайте. Господи, боже мой. Какой ад. На меня агрятся оба сволочи. Какой ад. Так, я на тебя их переагрю. Все, давай, страдай. Целился в одного, попал в другого. Ты переагрил их на меня. Все, надо... Нет, лечись! Нет, я в этот раз не умру. Лечись, да! Еще один остался. Тут еще второй. Так, все, сейчас. Алекс, где хил? Нет, только не я! О, боже мой. Неужели? Господи, с горем попал. Видишь, пиромантия зарешала. Ты не веришь. Да, нужно сделать анимацию. Сколько тут? Да. Вот так. Блин, не получилось, надо было быстрее чуть-чуть. Можно было сказать, что я тебя головой ударил. Ты меня головой ударил. Это прекрасно. Кстати говоря, они кидались щитами, и один из щитов до сих пор в стене торчит. Кстати, забавно. Мне опять вас плохо слышно. Подождите, сейчас приторможу и погромче сделаю. Твоя игра просто чудесна. Да не игра. А что? Я не знаю, что заглушает. Это Steam или... Я не знаю, без понятия. Тут, кстати, нет никаких-нибудь шорткатов там? Есть. Или нет? Видение, дверь. Какие-то подсказки. Иллюзия. А ты попробуй. Тайная тропа впереди. Я идиот! И она не тайная. Но это мы все знаем. Я не туда вложил очко. Так вы не оттуда. Так. Пора уже все в свои очки вынимать. А то мы так игру не пройдем. Слушайте, так мы дальше-то не продвинемся, наверное. Продвинемся. Я не знаю, я сейчас поднимусь куда-нибудь и погибну. На этом все закончится. Погоди, ты зажги bonfire и потом отожги его опять. Что мне сделать? Отожги. Короче, ты иди вперед, там будет bonfire впереди. После того, как ты идешь bonfire, возвращайся к старому, опять нас призывает, и весь еще один путь.
А я, знаете, что сделаю сейчас? Я пойду обратно вернусь в Маджулу, оттуда, ну, точнее, не в Маджулу, а как это называется? Замок Хейда, да? Разрушенный там. И пойду там, где мы убили. Не надо, мы сейчас туда придем и так. Так там с другой стороны только открыть так можно же. Не, неправда. О, боже мой! Какого хера? Ты умер? Как эта тварь меня взорвала! Я да, жив. Смерть? Я жив, у меня пукан ХП остался. Какого дьявола? Блин, я не усрался. Вот дерьмо. Так, да где ж это? Почему здесь столько кровавых пятен? Как здесь умирают вообще? Ну вот так же, как ты здесь. Здесь что, все кончают жизнь самоубийством, что ли? Бывает. О боже мой, я дошел до бонфайра. Какой ужас. Давненько так не было. Хреново. Так, куда отсюда двигаться? А, сюда. Ну, точно. Не надо в Манжулу. Срочно. Маджула! А я пошел сейчас на вороне прилечу. Чем делать больше нечего? Отправиться в Маджулу. Так, куда теперь? Качать немножко. Да? Кстати, все. Вы говорили, что сядешь, да, за костер, вещи пропадут. Нет! Они так и лежат. Ну, по крайней мере, вообще-то, мы просто так сказали. Ну, конечно! Оправдывайся теперь. Я лгал. Угу. Ну и я так же. Так, отлично, улучшаем флягу. Ой, сойти. Блин, зря я это сделал. Да, зря ты это сделал, зря. А зря, может и не зря. Сейчас посмотрим, насколько я быстрый. Зря. Нет, я быстрый, я убежал. Да, сейчас кто смотрит у меня, может увидеть, как можно попасть в эту самую локацию, в которой мы были, с другой стороны. Почему-то ученость тоже дает ХП. Как странно. Ну ты учишься, как выживать, понимаешь? Блин, что-то отстой какой-то. После 16-го через 4 очка дают ячейку. Да, потом будет через 5. Потом через 5. А что потом, через 6, что ли? Не, потом еще больше. Там, кажется, 15 очков или что-то в этом роде. Короче, будет... И как ты хочешь сказать, можно сделать 14 ячеек? 14 это если ты реально будешь задрачиваться. А так можно сделать 10 по-нормальному. Потому что есть одна, кажется, шапка, что ли, которая тебе 4 ячейки прибавляет. И кольцо вроде, которое... Или наоборот, кольцо, которое... Шапка, ну, прибавляющая 4 ячейки? Ну, что-то в этом роде, да. Блин, короче, я хочу есть, себе такое. Есть эти айтемы, которые просто прибавят тебе ячейки дополнительные. Своих тебе надо сделать вроде 6, кажется. Вроде 6. Вау. Больше там качать уже просто смысла нету. Ну, у меня сейчас 5. Да. Я сейчас хил возьму, потому что что-то... Вы двое вечно коцаетесь. Так, а я не понял. Я вроде... А, не, нормально. Хил? Да, вот так вот. Сделаю для вас хил. Так, мне надо палку свою качнуть, а то что-то... Сейчас, погоди, меня убьют? И норм. Да. Теперь за обломки титанита качаются. Вещички. Нифига он жирный. Вы как бы вообще не в курсе, дадут мне посох-то какой-нибудь? Нет? Нет, никогда. Я сейчас не помню. Не, ну в этой игре есть посохи, но... Я никогда не сделал их внимания. Но тебе никто их не даст. Короче, ничего мне не сказали. Офигенная помощь. Понравилось? Просто божественно. Спасибо всем. Все свободны. Так, ребят, ну и куда теперь бежать? Где коннектимся? Буду качать посох этот. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, не скидывай меня, тихо. Нормально все. Так, как же они дамажат? Все нормально. Я пытаюсь попасть к тому бонфайру, но чуть помнить невозможно. Куда мы идем? Куда идем мы с пятачком? Ну, come on. The big scratch. Куда мы идем? Кто-нибудь мне сейчас скажет? Somebody. Да, скажет. Что somebody? Somebody. Чего это сейчас было вообще? Where are we going with pig? Сейчас. Pig? Pick of my dreams. Так, короче, ставим знаки около того костра. Около последнего? Около последнего. Ну где кто? Где кузнец или где кузнец, вот, да. Жилище слуг или? Да, жилище слуг. Мастерская Макдафа. Мастерская, ну, где Макдафа? Ты на все отвечаешь, да. Вот так надо было правильно запустить эту бочку. Все. Макдафа. Вот так это Макдаф, делается. Ладно. Нет же, блин, сколько там они фейлились. А куда, короче, мы пойдем от Макдафа? Там некуда идти. I will show you.
Окей. А вы шо? Шоу ми, бэйби. ЦСКА Рональда Макдональда. Я поставил, короче, Калиба. Вообще-то мы делали страшную ошибку, потому что действительно надо было сделать, как он говорил. Слушай, ты поставил кольцо, полетели лучше, знаешь, куда? Ну. В кардинальную башню. Что? Самое начало, что ли? Да. Ну ладно. Вы хотите с другой стороны зайти, как я, что ли, или что? Чего вы хотите? Я хочу продолжить. Так что, у тебя куда запись, идем? И решайте лучше побыстрее. Кардинальная башня? Что такое кардинальная башня? Ты там не бабка сидела, ну что ты тупишь, ну? А запись что, не идет? Идет у меня. И ты материшься, говнюк. Потому что уже 40 минут... Какая бабка? Какая бабка, торговка, ё-моё, портуйся туда, на тот костёр, всё. А, ну так и скажи, боже мой. Кардинальная какая-то башня. В моем чудесном переводе это главная башня. Видишь? Извините, пожалуйста. Уже обсуждали, кстати. Извините, пожалуйста, за мою страшную... За твоё сквернословие, погубищем тебе. Кстати, ладно, отправимся в Маджулу, я тогда уровень себе повысил. Всё, я уже здесь. Так, иди туда, где был босс, которого мы убили из... Короче, какой... спускайся вниз по лестнице и иди направо. К ну, деревянному есть, боссу, что ли? Нет, к нему... Ну, хотя да, 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 туда. Только ну, когда выйдешь, там, главное, ты осторожно, там, два копейщика, не забывай. Да, и ты свернешь направо, а не налево. Вот. Я всегда сворачивал направо. Всегда. А не налево. Да. Уж налево ходить, это а-ля-ля. Да, ай-яй-яй. А-ля-ля. Ты просто корректно выражайся, потому что... Так, увеличить надо параметры. Почему мне надо вкачать ловкость на один. Так, ну и что, и там босс. Иди, нет, мы его убили вообще-то. А, все, в гнездо? Да. Господи, ну можно было с самого начала сказать, иди в гнездо. До какого уровня апайтесь, ребята? По-моему, тут нет разницы сейчас с нашими кольцами. 68. Уху-ху-ху-ху, окей, ладно. Дай вкачивать по полу. Ты 68? Я 68, а ты какой? Я 63. Нифига себе, вы звери на моих смертях раскачались. Офигеть. А-а-а. Не, ну правда, на чем еще? На моих смертях, да. На моих страданиях. На моих страданиях, да, на моей боли. Откормились. Угу. Разжирели. Сводеры. Сами, короче, все знаете. Сейчас посмотрим, что будет с этим гнездышком. Да я в него сяду. Будет волшебство и чудо. Волшебство. И чудо. О, да. Поиграем в Властелина. Плащ странствующего торговца. Оу. Фига себе, куда это он меня принес? Туда, где мы были. Это что, второй способ попасть в эту локацию, что ли? Да. Нифига себе. Только нам, по-моему, намного более безопасный ход. А, ну да, вообще, если... Учитывая, как мы добирались до дурацкого корабля, довольно более безопасный путь. Кратчайший путь впереди или сожаление? Да. Выбирай. Я даже не знаю. Так, я одеваю смешное кольцо, ставлю... Где? Там? Около, да? Там. Окей, ладно, я мне тогда сейчас парту ночь. Я поставил. Поставил? Поставил? Human Essence, съел? А я что, умирал? А ты умирал? Нет. А как узнать, я человек? Спроси прохожих. Ну вон, вроде вижу, кожа белая. Спроси прохожих. Так я в маске. Погоди, а если кожа была бы черная, то значит не человек, да? Если зеленая, значит не человек. Да, что такое? Ничего, хорошо. Что такое? Здесь ставлю знак. Снежок. Я ничего не буду говорить. Снежок, ага. А ты что там, негр, что ли? Надо еще на тебя посмотреть.
возле костра поставил знак. Быстрее призывай. Быстрее призывай. Поставь его с кольцом. Тебя с кольцом не... поставил. Быстрее призывай. Люблю. У вас этот Глеб, этот самый. Глеб. Глеб, у нас Глеб, да, у нас Глеб, он такой. Ну вот, быстрее. Не знаю, где ты там поставил. Рядом с костром. Твой знак не появляется. Ладно, выхожу, ставлю как вот сразу. Ты одел кольцо? Скажешь, когда поставишь. Ты одел кольцо? Поставил. Ты одел кольцо? Я же сказал, я с Глебом поставил. С Глебом. Кольцо с Глебом. Прекрасно. Да, ну наконец-то. The ring with Gleb. Подождите, вы что хотите сказать, что нужно вот перепрыгивать на тот уступ? Нет, отойди. Да зачем? Пускай бы он там отойди. Сам... Ладно, о-о-о, как смешно, давайте сумониться по 5 раз за 3 минуты. О-о-о, вот это... Ах, хорошая шутка, сэр. Вон он ждет, чтобы тебе по голове ударить. За твой чудесный юмор. Так, и опять вы стали тихими. Ну как же меня это бесит, а? Ты просто не хочешь меня слушать. Не хочешь. Ты не помнишь, как в экшене паузу ставить? Вот именно паузу. Ну, если ты не назначил кнопку, то ты ее не поставишь. Ах, жесть. Так-то. Так-то. Ладно, тогда отключаю чуть-чуть. Вот сейчас мы услышали эпический чих. Зачем ты это сделал? Дуешь. Я чихаю. Подожди, там какая-то дрянь стреляет. Со своего арбалета, причем в землю. Дрянь с арбалета. Бочки какие-то везде. Везде эти чертовы бочки. Нужны для того, чтобы я взорвался. Бочка неспроста. Тихо, отойди. Что, ты хочешь взорвать ее? Или что? Да. Боже мой. Подожди, я посмотрю на руку себе. Фу. Чертов псих. О, да. Бочка просто так. Пошли. Да. Почему здесь стоит какая-то подсказка? Ну-ка. Может помочь ловушка. А, взорвать этого, что ли? Да. Давай, ты думаешь, я не слезу, что ли? Как ты? Свалился, что ли? Да. Я вообще-то внизу был. Ты внизу был? У меня было так, что ты на лестнице. Да не, вру, я на лестнице был. Так, клад впереди. Вот это развод. 29 оценок. Тут, наверное, точно это клад. Ты меня развел сейчас. Старинный ключ, кольцо с серебряным змеем. Еще одно? Ну, а у меня-то плюс один. Ха! Оно того стоило? У меня тоже плюс один, и чё? Ну, так ты у бабки его взял. С чего ты взял? Ну, откуда еще ты его взял? Ну, да. Ну, вот и все. Что значит, с чего ты его взял? А куда мы идем? Почему мы сюда идем? Я не знаю, он ведет меня. Мы взяли ключ же, нет, правильно? Да, мы взяли ключ. Все. Ну и все, бежим. Ключ, а вот применить. Эта дверь без ключа открывается. Да? Да. Она открывается с этой стороны просто. Я знаю, я никогда дверь не видел. Это был сарказм. А какой? Я не помню уж. Это был доктор сарказм. Ну, так это путь к тетке. Сейчас я все покажу вам, что вы такие все нетерпеливые. Нет. Вот это тоже нетерпеливый был. Не покажешь. Не покажешь! Да блин, он меня чуть не сбросил. Что ж вы так убрали? Ну, он всех чуть не сбросил, потому что... Меня нормально все. Кто-то любит в хитреца играть. Так. Я его по спине настучал, такой, подойди. Да-да-да. Я вообще не при делах. А чё ты такой бомж по ХП? Кто, я? Я жду, пока меня кольцо мое восстановительное излечит. Окей, ладно. Вот, понимаешь? Видишь, оттуда вот просто подходишь спокойно так, оп, полочку толкаешь и все. Ага. Так тебя сейчас этот толкнул. Ну и чего мы назад пришли? Ну, показать, как бочку взрывать. Прекрасно. Beautiful. Она встала просто туда, куда нужно. Понимаете? Просто идеально подкатилась к воротам. Собственно, так и задумал. Зачем мы вернулись назад? Вопрос. Сейчас, я сейчас объясню, хорошо? То есть... Реально в этом был смысл? Да. Что да. Ну хорошо, нет, я просто правда не понимаю, какой в этом был смысл с той собакой. А, надо было взять ключ и вернуться к двери, чтобы открыть ее сзади Хагрид. Хагрид! Убей его. Нет, я боюсь.
Да ты чё? Нет, я не буду его убивать. Это Dark Souls, убей его. Всё, я ушел. Ну ладно, я тогда тоже чё. Чё его мучить-то? А да, а Сахарик там остался? Ну да, один. Один грустный, и псы, псы тьмы. Они опять здесь. Когда будут крысы тьмы? Я все жду, не дождусь. А, сломал палаш, тварь. А, черт, тебя дерит, тупая тварь. Счастье, ты палашом пользуешься. А ты крутой? Да я вообще про. Сейчас я отойду лучше. Иди, нет, иди. Нет. А, они вылезли. Они вылезли и жаждут крови. Куда я? Жаждут крови. Они... Осторожно. Жаждут крови. А что осторожно? Они взрываются, что ли? Да у них это взрывная волна такое делает. А. Очень противная вещь, особенно если ты на каком-то мосту. Уроды. Мосту это типа. Так и знал, что они что-то заготовили для меня. Не нравится мне этот проход. Какая странная лестница. Так, о, чувак с арбалетом. Еще один чувак с арбалетом. Отлично, я как про упал вниз. Прекрасно. Хорошо, что здесь не яма. Да что такое? Как же я слаб. Осторожно слева. Как же я слаб, меня сейчас убьют. Ты не можешь убить одного чувака. Да, я не могу убить, потому что... А можно вообще разговаривать? Магией здесь не очень удобно пользоваться. Понимаешь, в чем дело? А палаш уже сломан? Палаш уже. Но я взял еще, у меня этого оружия... Тонны. А что за дверь? Ты тоже у торговки нас купил? Оружие-то? Нет, оружие я не покупал ни у кого. Блин, тут лут какой-то, сейчас заберу. Погодите. Погодите. Не уходите. О, здесь сет чей-то вывалился. Странно. Жорика? Сет Жорика. Что за клетка? Куда она вообще приехала? Вот жалко, что в этом Dark Souls нельзя открывать сундуки фантомом. А что, первым можно? Да. Так что, у тебя будет триллиарды лута? Нет, да, он не может забирать из них ничего. И куда вы прошли дальше, я что-то не понял. Я не знаю, я... Как вы там вообще оказались? Ногами. Как вы туда вообще... Спокойно, иди вперед, увидишь. Прошли, я наверх залез тут. А, все, здесь проход есть. Не надо, блин, вы пропустили, я сюда... Не идите наверх. Дурацкий обход какой-то лютый. Там голова должна быть. Нужно голову погладить. Чего? Погладь голову. Я не хочу гладить голову. Погладь. Нет. Это плохо и предосудительно. И потом, чем я тебе ее поглажу? У меня ничего нету. Тебя нет? Сундуки. Откуда я тебя возьму? Откуда я тебя возьму? Сундук, он сейчас меня убьет, да? Он убьет меня! Он убьет меня, господи боже мой! Костяной посох. Стоп, посох. Черт, не дай бог, он сейчас будет лучше моего. Я для вас прокляну. Вы знали про него. А что, ты свой вкачивал или что? Ну да, я свой вкачивал, а в чем проблема? Что? Ну вкачаешь еще один. Проблема что ли? Ненависть. Че тут у нас? 95-95. И дек магии. А у меня бэк магии. Так все, забей на тот посох, пошли. Мой лучше. Сюда иди. Костяной посох, отстой. Что иди? Я знаю, что тут будет. Тут будет ловушка, и я погибну. Ловушка, я погибну. Че я не погиб? Зачем ты стоишь и заслоняешь мне проход? Чтобы я, типа, попытался отпрыгнуть, такой ха-ха-ха-ха. Нет. Подох. Нет, это такая... Подох, лошара. Кинжалы какие-то. Давай, ты же брал лечение, лечи нас всех. Благоразумие. Лечи нас полностью. Лечи нас полностью. Откуда вы таких словечек понабрались вообще? Мерзких. Все. Назад. Вставляй. Что? Откуда я тебя возьму? Откуда я знаю? Вставляй. Вещь тебе что-то вставить надо. Пошли дальше. Я наверх иду. Не надо. Что? Почему? Это обратно ты вернешься. Как ты обратно вернусь? Надо, дойди до конца и пойми, что такое. Я дойду до конца и выясню. Дойду до конца и выясню все сам. Ну сейчас реально обратно вернется. Тихо. Тихо. Ну ладно, хорошо. Зачем ты за мной шел? Ты не верил мне, что я все выясню? Да, я думал, может быть. Да нет, он посмотреть хотел.
Я может из трубы вниз просто хотел. Ну, да, нет, я просто не всегда делаю такие опрометчивые действия. Точно, да. Хотя кого я обманываю? Дурацкий камень. Сейчас я его не вставлю никогда. Что я сюда уже никогда не вернусь. Что дальше? Надо разбежаться и запрыгнуть в клетку? Уф, а наверх нам не попасть. С чего? Почему? А как? Походу нам придется убивать тех боссов. Каких боссов? Тройного. Да, каких боссов? Ты в смысле, чтобы у нас тоже? Ну, я же говорил, блин. Ну ладно, то есть для тебя, в принципе, мы сделали все, что могли. Все, что? Чего? Да. Прощай. Что? Нет. Уходи, больше нас не увидишь. Уходим. Какого черта происходит? Вы довели меня до этой хрени с камнем, и что дальше? Убирайся до часа. Ботва какая-то, что это за взрыв был? Нет. Что это было? Черт, бей его. Фуф. Кого? Где? Фуф, они что-то тут не позрывались, это вообще в такой особенно... Удивительно, но у меня его просто здесь нет. Понимаешь, в чем дело? Это его личный враг, он его убивает со мной. Ну и что дальше-то делать будем? Вы задолбали. Нам нужно, чтобы дальше идти, убить тех чуваков. Трех боссов два раза надо убить просто, и все. Каких трех боссов? Ну этих, которых мы убивали. Одного, которого... Одного. Ну, ладно. Хорошо. Давайте. Ты не будешь говорить, стоп, снято? Нет. В общем, в итоге, дорогие друзья, эту серию мы так и не закончили. Официально решили за кадром продолжить уже в следующей части. И в следующей части, кстати говоря, небольшой спойлер, нас ждет первая великая душа. Так что, всем спасибо. С вами был Гидеон, Алекс Джет и Демонократ. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Заглядывайте на канал Алекса, а также фоловьтесь на мой канал в Твиче. Все ссылки под видео. Всем спасибо и до следующей миссии.